40 современных подъемников установлены в 15 лицинских многоэтажках в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона и еще 4 по региональной программе капремонт общего имущества в многоквартирных домах. В эти дни ведутся пусконаладочные работы и тестовые испытания нового оборудования. Как отметил руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников, к началу 2021 года все лифты будут полностью готовы к эксплуатации. Следующим этапом в этом направлении станут контроль и своевременное обслуживание. Сейчас они все проходят пусконаладку, настройки, все необходимые прошивки программы и так далее. Поэтому к Новому году все лифты должны полноценно заработать. Значит, еще раз повторю, что как раз вот 40 лифтов – это то количество в городе, которые полностью были изношены и изжили свой срок эксплуатации более 25 лет. На замену лифтового оборудования ушло порядка 112 миллионов рублей, в том числе на подготовку проектно-сметной документации и оплату электромонтажных работ.